помните, в эту зону лучше не довести, и не надо стремиться получить коррекцию полную на игле, что называется. Лучше добавить, отойти, посмотреть и добавить. И старайтесь как бы не до... Вот, идя, вот хочется еще, а не надо. Вот очень, очень хочется еще капельку добавить. Вот этой капельки быть не должно, потому что вот эта зона очень деликатная, чтобы он потом вот так вот не при определенном свете не отсвечивал. Вот контроль. То есть я вернулась назад, уже с трудом, потому что положила материал. Очень медленно, никуда не спешить, никуда не торопиться. Количество вводимого препарата – это как? Ну, вот. Вы знаете, я ориентируюсь до коррекции и прикидываю, что мне нужно еще уголок, мне нужно хорошо вот сюда, сюда я вот сгладила, отсюда видно, да, то, что вот, вот этому вывели практически, мне сказал, хочется еще. Руки прочь, ушли на другую сторону. Она сейчас, пока мы будем колоть, она будет ровненько все распределиться. Количество вводимого материала, когда вы только начинаете и учитесь, пусть у вас на эту область будет уходить 0,1. Не больше 0,1 справа, 0,1 слева. Когда будете чувствовать, понимать вообще, что вы делаете, как вы делаете, да, тогда иногда у меня уходит сейчас и по полшприца сюда. Но это совсем немножко. Вот это мне не нравится, что вот так вот год назад ввели, а вот так вот орбита. Должна быть орбитальная вот эта вот линия. Не очень это красиво, когда вот тут, понимаете, вот тут плюс ровно, а вот это западение сразу бросается в глаза. Должна быть эта ямка вот эта вот. Поэтому, если большой объем, опыт уже будет тоненько-тоненько сюда и побольше вот сюда, чтобы носогубку сразу потянуть наверх.